В начале данного видеоролика хочу к вашему вниманию представить крутой канал под названием Manly. Ребята, на этом канале парень снимает видео по игре Clash Royale. Я знаю, что среди моих подписчиков очень много фанатов этой игры. Я знаю, что много людей мне пишут: «Кентуха, снимай Clash Royale». Просто возьмите, перейдите и подпишитесь на канал этого парня. Потому что, как мы видим, парень старается, у него прикольный превью, у него довольно-таки интересный канал, крутое оформление. Так что, ребят, кому не лень, переходите и подписывайтесь. Ссылочка есть в описании, а мы продолжаем. Привет всем, ребята, с вами ваш КентПК. И сегодня вышло крутое обновление. Ну правда, крутое оно не во всем. Но все-таки, ребята, я вам все расскажу и все покажу. Начнем мы, конечно же, с самого-самого основного. Это, ребят, сейчас я отключу вебку, вы все поймете. Опа. Вебку я отключаю. Ну, я думаю, вы поняли, да? Поменяли иконку игры Black Strike и сделали ее в стиле Хэллоуина. Так, все, вебку я обратно включаю. И теперь давайте мы вместе с вами зайдем обратно в игру. И посмотрим, что же непосредственно поменяли в самой игре. То есть, кому интересно, версия обновления 4.6.6. Кстати, ребята, у меня к вам одна небольшая просьба. Пожалуйста, поставьте лайк, потому что я очень болею. Я думаю, вы все заметили, что у меня поменялся голос. Ребят, кому не сложно, пожалуйста, поставьте лайк, то что я вот даже когда болею, снимаю для вас видеоролики, чтобы вам было интересно их смотреть. Так что, пожалуйста, поставьте лайк. Также, если я что-то пропущу, это вряд ли, но мало ли что-то пропущу, напишите, пожалуйста, в комментариях, что именно я пропустил. Ну что же, давайте самое мелкое и самое менее интересное. Это, ребят, добавили новую карту в режиме АВП. Вы скажете: «КентПК, да это же целая карта, почему это самое менее интересное?» Да потому что, ребята, это АВП режим. Никто из вас не играет в АВП режим. Там раз в неделю зайдете и поиграете. Вот я прав же? Вот если я прав, напишите в комментариях. АВП режим, ребят, конечно, это круто. Я не спорю, потому что есть любители АВП. Ну блин, ну кому это надо? Сейчас все играют в зомби-выживание, а также просто классика и командный бой. Добавили карту Carnage. Давайте вкратце посмотрим. То есть, конечно, вы скажете: «Кентуха, крутая карта, все дела». Ну, ребят, карта не такая уж и крутая. Потому что это АВП режим. Ну, зачем? Зачем? Зачем нам, ребят, вообще эта новая карта? Кто вообще играет в АВП режим? Лучше бы добавили на зомби-выживание. Вот вы со мной согласны, ребят? Ну, было бы круче, если бы добавили карту на зомби-выживание. Потому что АВП режим, скажем правду, он умер. Прямо сейчас мы, ребята, зайдем и поиграем немножко на карте Bust. А именно в режиме зомби-выживания, потому что эту карту изменили. Так, опа. Карта Bust. О, как раз. А, нет, все занято. Ну что же. Ребят, как мы видим, поменяли освещение. Вот что бы вы ни говорили, ну, ребят, добавили частички, поменяли освещение. И теперь просто... Вах, конфетку. Вот прям приятно смотреть. Вот за это, пацаны, вот за это я вами горжусь. Просто красавчики. Блин, от души. Вот рили очень круто сделали. Прям бомбезно. А, еще, что-то самое главное, ребят, смотрите. Добавили, короче, разные пасхалочки. Добавили типа, смотрите. Так, вы пока что на игроков вы не смотрите. Добавили всякие гробики, добавили всякие тыквы. Ну, еще что-то добавили. Но самое-самое главное, ребята, это изменили текстуры игроков. То есть, как мы видим, вот есть вот текстура номер 1, текстура номер 2 и вот эта текстура номер 3. Но я считаю, что этого явно не хватало. Это круто, это классно, это бомбезно. Поэтому просто вам от души и большой поклон. Вы большие молодцы, потому что вот это ждали игроки. Вот что-что, но вот именно это обновление ждали игроки. Вот как мы видим, частицы летают. Очень классно все сделали просто. А, это же четвертая текстура, да, ее не было. То есть добавили 4 текстуры игроков. Блин, ребята, попительно сделали. Убрали! Убрали яму. Эх. Я даже не знаю, этому радоваться или печалиться. Убрали, ребята, яму. Ну, вы поняли, да? Убрали яму. Это, конечно же, очень печально, очень грустно. Я скажу лично свое мнение. Это карта Bust. Это копия карты DDoS 2. И не надо, пожалуйста, ее трогать. Яма тут никому никак не мешала. Яма была очень крутой и очень классной. Так что верните, пожалуйста, яму. Это лично мое мнение. А вы, ребят, пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете, нужна ли яма или она бесполезная.
То есть, как по мне, ну пропала вся атмосфера карты The Dust 2. Яма нужна, хоть я в ней играл и редко, но я все-таки играл. Я все-таки иногда ходил через нее, крысил с АВП и так далее. Но, ребят, это было круто, так что, пожалуйста, добавьте обратно яму. Игроки, вы также напишите, стоит ли убрать яму или стоит ли ее добавить. Потому что я думаю, что, возможно, создатели BS посмотрят это видео, и они поменяют свое решение. Ну что же, с вами был ваш Кента ПК, обязательно поставьте лайк, обязательно подпишитесь на мой канал. С вами был ваш Кента ПК, всем удачи и всем пока.